Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чудони, и, ребятки, сегодня у нас битва автогонщиков в GTA 5. Ну, какой сеандр, пацаны? Какой что ж, ребят, сеандр? Сегодня у нас только необычный район, что-то новенькое. Вот так вот он будет выглядеть, ипподром, ну и, собственно, домики, которые есть неподалеку, плюс небольшой скверик. Что ж, будем прятать, как всегда, по 6 машин друг от друга, ну и надеяться, что получится на все 6, поэтому давай прятать. Давай. Первая моя машина в классическом месте здесь вот. Вторую тачку можно будет заметить в озере с берега. На втором этаже вот здесь можно будет найти третью машину. Одна из самых жестких машин будет стоять вот здесь. Вот так вот за машиной я спрятал BMW i8. Ну и, ребята, сегодня у нас будет сортирный троллинг Донни. Здесь вот в туалете я поставил последнюю свою машину. Что ж, ребята, посмотрим, что у нас получится в этой серии. Смогу ли я угнать машины, либо же Ваня угонит больше, чем я. В любом случае, поддержите серию лайком. Ну и приятного вам просмотра, мы начинаем. Ну что ж, ребятки, время пошло, 10 минут. У кого-то ноги длинные, я смотрю. Собака ты, а. Окей, получил по зубам у нас Ванек. Едем дальше. Едем какого дальше. Какого ты ставил машину? Я ставил машины красного цвета. О, ха, нормально. Удачно заехал прям вообще. Короче, заехал в наш отстойник, откуда мы обычно битву воров начинаем, когда угоняем тачки, получается, от казино. И не зря заехал прям. Потому что я помню, ты на втором этаже там бегал, я на себе хату присмотрел. Ясно. Так, на самом деле изи, прям хорошо, прям радостно. Хорошо. Я, конечно, понимаю, что я сел на байк, но почему я сел на лежащий байк? Это как-то не то чуть-чуть. Острое ощущение. После бутылки непривычно, да? Я нашел, короче, первую машину. Я, конечно, не смогу ничего сказать против бутылки, потому что опыта такого не было, но в любом случае, ладно. Да ладно! Может быть, когда-нибудь попробуем все. Так, а что ты нашел? Я нашел i8. Да пошел ты, серьезно? Она промелькнула за грузовиком. Ах ты собак такая. Ах ты собак такая. Я думал, не заметишь, и опять тебя на этот фургончик забычу. Ага, сейчас. Сейчас, да, вот сейчас бы было прям хорошо. Так, машин нету. Машин здесь нету, это печально. А я-то думал. А я-то надеялся. Кстати, под рампой можно было машину спрятать. Хорошее место такое. Мог бы для меня тачку и спрятать, между прочим. Вау! Открыта дверь, красавчик, братан. Просто лучший. Просто лучший. Сортирный троллик не удался. Просто лучший. Просто. Двери закрываю с собой, не научили, нет? Да не то, что двери, там пол тачки еще торчало, а оказывается, отстойник у них здесь слишком маленький. Да что было вообще, молодой? Просто замесил меня фарш какой-то. Блин, печально на самом деле, то, что тачка вот так вот глупо торчала, я что-то не проверил это дело. Обидка. Короче, нету больше машин в этом районе, как-то на самом деле стремновато, я думал, побольше будет. Давай. Так, пацаны, разойдитесь. Тук-тук. О. Я нашел тачку, довольно-таки хорошую. Это слива, но блин, она дешевая. Ну, она цена хорошая, она быстрая. Офигеть, просто лютейший дрифт на ней делать можно. Так, ребят, так, прошло 3 минуты, вторая тачка. Что по зоне? Ёп! До моста, да, точнее, до шоссе, да, была зона, правильно? Да-да-да, край получается шоссе. Да уйди ты, не видишь, дрифтер едет, мамкин, мать твою. Так, окей, по две машины, это неплохо. Вопрос, ставил бы ты туда что-нибудь еще или нет? Прям... Да вот быть, прям ставим. Хороший вопрос. Хоп, хоп, щида хоп. Щида, щида, щида гоп. Ну, типа того. Так, ну что у нас здесь? Продолжаем смотреть вот эти ячеечки. На самом деле почему-то ничего нету. Почему-то. Сейчас вокруг поеду. А что по времени, скажи? Так, по времени прошло 4 минуты 30 секунд, ребята. Окей. На самом деле реально больше ничего здесь не нашел. Ладно, так, поехали вижу дальше. Вижу издалека. Что видишь? Пожалуй, оставлю пока ее там, подром, до конца. Ипподром. Ипподром. Нашел еще одну, вот это мне понравилось. Хорошо, прям две машины нашел, да? Как так? Прям не зря, короче, решил поехать дальше, чтобы... Просто как так? Это просто, мне кажется, забылся заехать. Там что-то промелькнуло, я что-то заметил. Где? Под потолком, что ли. Под потолком? Да! Короче, нашел зелененький корвет. Зелененький корвет, это хорошечно, возможно, но посмотрим на самом деле, насколько хорошо.
Ой, зафризил я, не тот фризил, я понял. Так, все, машина поехала, наконец-то. 5 минут, ребята, прошло тем временем, я везу только третью тачку, а Дони уже за бака такая, 2 нашел. Ну, да, я сейчас все здесь до конца объеду, перед тем, как поеду забирать ту, которую я нашел уже. Так, я на дорогу, пожалуй, выйду, а то там объезжать просто 10 лет, все. Да, так, ну, на самом деле, пока... что-то стремновато, мне не нравится немножко. Прям не нравится. Мне не нравится, что у тебя как минимум еще одна тачка уже найдена. Так. Ладно, сейчас заберу ее, пожалуй. Окей. Так, время 6 минут, ребятки, прошло. Я еще не был в самом конце, в самой жопе мира, поэтому... А что там побывать? Даже не знаю, радоваться за тебя или плакать как-то. Это, знаешь, это как люди хотят на Бали, а вот я хочу съездить в самый конец. Я не верю в чудеса, но байк несет меня туда. Небеса. Нет, небеса мне рано. Так. Я, короче, реально ничего не вижу здесь. Я думал, что ты сюда что-нибудь поставишь. Пахивает забылый. Такое себе, на самом деле. На самом деле, такое себе. Здесь в центре ничего нет? А что, мы воду ставил, нет? Не знаю, смотри. Да ладно, что, реально ничего нет? Куда ты тачки спрятал, молодой? А вот. Просто хрень какая-то происходит, люто. О! Ладно, отлично. А, еще одна машина, ребята, 8 минут. И такое себе, кстати. Потому что есть еще машина, это вроде четвертая моя, если мне память не отказывает. Слушай, вообще байтово было бы поставить на парковку тачку. Прям вообще изи бы стояло. Я уже смотрел, на самом деле. Да? Окей. Так, время еще есть. Собственно, можно еще что-нибудь проехать, посмотреть. У нас получается по 4 тачки, да? Да, по 4 тачки. Короче, блин, ребят, я не знаю. Я тут вспомнил, что здесь есть интерьер. Правда. Правда, вот. Правда, он вот. Есть у нас. У нас есть интерьер на сервере. Я думаю, почему-то, что они отключены. Я думаю, не теряй там время, братан. Офигеть, тут, слушай, нормальная игровая приставка. И да ладно! Еще одна машина, ребята. А, баги собака от меня спрятала. Кстати, там еще сейв был. Я бы лучше сейв забрал. Да? Не знаю. Сказал, отлично. Машина, это не машина. Слушай, остается 30 секунд. Я так понимаю, что ты ничего не найдешь. Хотя ты стоишь довольно-таки близко с машиной, но думаю, серьезно? Что... Да, скорее всего, ты ее не пригонишь. Поэтому я тебе предлагаю посмотреть на тачки, которые мы не нашли. Ну, давай. Короче, первая моя машина вот здесь стоит. Но самый прикол в том, что у него крыша торчит, если сверху посмотреть. Она так жестко палится. Ёпта, прям. А что я не проехал до конца-то? Она просто так жестко палится, я катался мимо, думал, блин, как так-то? Ну я и, собственно, последняя тачка, ты был прав, она стоит в воде. Да, ты понятно. Просто не прочекал. Ну и, собственно, да, поэтому ты ее не забрал. Да. GT, да? Блин, мой сортирный юмор не удался, зато у Дани удался, потому что он ее жопой поставил черной. А я прям мимо проехал и не заметил. Короче, ребята, если что, пишите тайм-кодик, потому что я реально здесь проезжал. Не обратил внимания, но она реально черная, то есть там зелень даже не видно. Ладно, ребят, давайте почитаем стоимость машины и устроим парочку состязаний. Давай. Итак, ребята, прыжок с высокого трамплина, слива против R8. Окей, попробуем. Ну, она давай, у меня дрифтовая, давай, просто давай. Жесть. Ну, у тебя да. А главное, чтобы цеплялась у тебя на самом деле. Ну, это лениво. Это очень плохо. Я правее стараюсь держаться, но я плыву, если что. R8 просто как стоячего обошла меня. У меня на самом деле тоже она такая 520, даже не максималка для... 415! Просто плохо. Просто плохо, потому что она постоянно шлифовала, дрифтовала, я понял. Да, в этом есть проблема большая. Да, в этом очень большая проблема. И, короче, Дони улетел до заправочки, взорвался, было бы эпично. Ну а так, бал он свой забирает, и мы идем дальше. Давай. Что ж, ребята, у меня явное преимущество, но это прыжок веры, и главное не... Облизать ветряк. Ой, сейчас на колесики. Давай на колесики, на колесики, а на колесики. Я перелетел. Ой-ой-ой. Ой, короче, но это все равно хорошо. Я перелетел, сыграю неплохо, я в итоге улетел. Но... А, кстати, я вижу, да, если там на бачке. Я бы встал, я мог очень хорошо проехать. Ну да. На самом деле, ты мог и выиграть, если бы я врезался, но ладно, повезло, что ветряки я все-таки не собрал. Где тачка? Ёлка, смотри, только приземлилась. Да. Я понял. Хорошо, ребят, балл за мной, 2-1 и последнее испытание. Давай. Ну что, ребята, прыгаем с горы Чилиот. Я скинул дверь, облегчился немножко. Я облегчился. Почему бы и нет? Поздравляю тебя.
Так, ну, на самом деле, с такого прыжка с горы, мне кажется, любой бы облегчился. Так. В том смысле, в котором ты подумал. Так, очень жестко бьюсь. Прям хреновато мое второе имя, такое ощущение. Ай-яй-яй, так, ты где-то рядом, ты сейчас, походу, прилетишь мне, да? Ты встал? Еду? Нет, да, я еду еще. Ой-ой-ой-ой, так, я проехал. Но, так. Да ладно. Ты вот застрял? Ничего обиднее быть не может. Ты видишь, где? Да, вижу. Ой, повезло, что ты ко мне не проехал. На самом деле, проехать пробку и остановиться вот так вот на отвисшей скале, это перебор. Это слишком, да. Это слишком. Что ж, ребята, сегодня победил я по количеству баллов. Довольно-таки хорошая серия получилась. В общем-то, пишите в комментариях, как вам. Поддержите лайком, подписочкой на канал, если вы еще этого не сделали, потому что видео выходит регулярно по две штуки. Ну и думаю, вам будет интересно их посмотреть. Всем пока. Всем пока.